Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлом заседании нашего совета было принято решение о разработке стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный период. Это наша главная проблема не вовне, а в нас внутри. Главное потрясение для нас исходит не от внешней угрозы, а от страшного внутреннего, вот этого сжимающегося пространства, которое приводит к тому, что нас становится все меньше и меньше, а мы это пытаемся не заметить.